Возле Рязанской приемной депутата Государственной Думы Дмитрия Гудкова прошел пикет молодых активистов. По их словам, прийти сюда и высказать свою гражданскую позицию они решили после результатов голосования народных избранников в Государственной Думе по Крыму. Как известно, подавляющее большинство депутатов проголосовали за присоединение полуострова к России. Среди тех, кто не стал голосовать, был Дмитрий Гудков. На плакатах, с которыми пришли молодые горожане к приемной, были тексты с призывами к депутату Гудкову все-таки прислушиваться к мнению своих рязанских избирателей. Дмитрий Гудков умышленно проигнорировал голосование, о чем открыто заявляет. При этом он не скрывает, что данный поступок является желанием угодить сторонникам из оппозиции, хотя должен был бы выполнять волю своих избирателей. Именно поэтому жители Рязанской области проводят пикет около приемной депутата Дмитрия Гудкова с требованием защищать интересы избирателей. Как уж там, прислушался или нет к призывам рязанцев депутат Гудков, сказать трудно. Во время съемок никто к пикетчикам из приемной не вышел. Да и был ли там кто, неизвестно. Хотя, судя по голосованию в Госдуме, Дмитрия Гудкова мнение подавляющего большинства крымских избирателей особо не интересует. То, видимо, что ж там какая-то Рязань. Провинция, да и только.